27-й раз проводится замечательный проект «Чудеса на Рождество», «Рождественская елка. Наши дети» вместе с Департаментом по ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, БРС, Министерством образования, Фонд мира. И сегодня здесь, в главном храме, собрались ребята тоже с чернобыльских регионов, с ребята, которые активно себя проявляют, которые сегодня являются победителями самых разных творческих и не только творческих проектов. И мы тоже хотим подарить им частичку тепла, поздравить всех с Новым годом и Рождеством и показать, что действительно мы вместе. Господи Боже и Создателю наш, образом Твоим нас украсивый и научивый закону Твоему, детям тайны премудрости Твоей открыл. Приехали мы сюда с чудесным настроением, рождественским, пожелать всем счастья, мира, добра, тепла, уюта в новом году. И эта акция очень важна, чтобы вот мы были вместе, это все нас объединяет. Приехала из Краснопольского района, и я тут первый раз. Мне сюда хотелось приехать, потому что тут все настолько красиво, выступления красивые будут. Данное мероприятие, оно несет свет любви. Любви к ближним нашим, к детям, к будущему нашему. Вместе с тем дети приобщаются к духовной традиции нашего народа, посещая кафедральный собор, они имеют возможность еще дополнительно осмыслить, подумать о Рождестве Христом. Что сделал для нас Сын Божий и Сын Человеческий. И тем самым в их душу будет еще заложено дополнительное семя добра, любви, сострадания к другим людям и желание потрудиться во благо нашего народа. И важно, чтобы эта земля наша, пострадавшая от Чернобыльской катастрофы, она оживала, она набирала силу, и эта сила, несомненно, подается свыше, но через людей, через благословение.